Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Xiaomi Redmi Note 9T. И в этом видео мы вам покажем, как сбросить параметры приложений на данном устройстве. Давайте я верну сюда цветок. Смотрите, часто бывает такое, что вы настраиваете как-то какие-то приложения, и после этого вы не... какое-то приложение плохо работает, вы не получаете уведомления от него и так дальше. Все это можно изменить. Чтобы перенастроить или, точнее, сбросить настройки приложений на вашем телефоне, мы заходим в настройки телефона и в настройках нажимаем на пункт настройки. Он находится обычно пониже... Ой, боже, настройки, что я несу? Приложения. Дальше выбираем пункт «Все приложения». После этого в правом верхнем углу мы нажимаем на три точечки. И видим пункт «Сбросить настройки приложений». Нажимаем на него, нам говорят, что все настройки приложений будут сброшены, но данные приложения удалены не будут. Нажимаем «Сбросить настройки», после чего они были сброшены. Это происходит очень быстро. Мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видео об этом телефоне ищите у нас на канале. У нас есть настройки этого телефона, настройка и тест камеры, секретные функции и так дальше. Так что обязательно подпишитесь, чтобы телефон рекомендовал, соответственно, вам видео о вашем телефоне от нас. А мы на этом будем уже точно заканчивать. Ставьте лайки и всего хорошего. Пока!